боже мой. Кто здесь шуршит? О, боже мой. Киса. Кто тебя тут оставил? Ты же такая маленькая еще. Боже мой. Кто тебя мог оставить? Иди сюда. Так, ребята, я больше не захотела, короче, снимать видео, я не захотела. Короче, я сейчас прочитала комментарий одного моего подписчика. Ну и вот. Я сейчас прочитала один комментарий. Ну, думаю, не подписчика уже, а хейтера. Я не знаю, но это обидно. Какой-то Ируни Хонгли, или я не знаю, кто, как это переводится, это вообще странно. Вообще. Короче, ребята, он сказал то, что я на все грамотные вопросы отвечаю пофиг. Да потому что если я ошибаюсь, как же меня... Знаете, ребята, меня это достало. Вы всегда это говорите. Типа не этот... Вот это вот. Вот что это такое? Вот смотрите, видите? Вот опять. Ну что такое, а? Видите, ребята, опять началось. Опять началось, дебилы. Короче, ребят, смотрите опять. Вот сейчас. Вот этот вот ваш Никита, блин. Блин, вот это мне, знаете, вот этот комментарий мне просто взбесил. И короче, ребята, мне это просто взбесило. Я не смогла снять видео.